Здравия всем, друзья мои! Вот уже и май. И цветение мая не такое обширное, как цветение зимы. Но, тем не менее, вот цветет моя максиллярия шункиана. Тяжело заснять, не вытаскивая растения. Но у меня есть видео про нее, если хотите подробнее посмотреть цветочки и как я ее выращиваю, переходите на видео про максиллярию шункиан. Вот такие два цветочка замечательные распустились в мае. Еще цветет дендробиум стардаст. Цветы стали большие, оранжевые и слегка ароматные. Красивый и замечательный дендробиум. Довольно продолжительное цветение. То ли из-за того, что у нас стало прохладнее и ему не жарко, то ли из-за того, что оно такое и должно быть у него. Вот такой замечательный яркий стардаст. Очень обильно и красиво. Конец апреля, начало мая цветет моя хоя лакуноса. Очень много соцветий, красивых ароматных зонтиков. Есть еще не распустившиеся, есть распустившиеся. Вот такая красотка, много, сейчас, секунду, вот таких много зонтиков еще, которые только будут распускаться и которые уже распустились. Очень ароматная. Я все ждала, когда она будет у меня более обильно цвести, понять, сильно ли пахнет. Сильно пахнет, друзья мои. Вот такого размера зонтик относительно. Что ты не фокусируешься? Вот такого размера зонтик относительно руки. Но пахнет очень сильно. Очень сильный аромат. Продолжает цвести. Некоторые фаленопсисы, которые уже давно распустились, красавчики мои. Этот вообще так долго дорастил несколько бутонов. Вот тут только распускается бутончик. Это только-только распустился. Вот такой светлый фаленопсис. О, вот правильный цвет. На секунду мелькнул правильный цвет. Слегка желтоватый, почти белый, ну такой слегка желтоватый фаленопсис. Так что цветение немножко продлится за счет того, что вот еще кое-какие только-только распускаются фаленопсисы. В мае продолжают свое цветение многие еще мои фаленопсисы, которые вот как этот дорастили себе цветоносики боковые, ответвления. Небольшой цветонос нарастила моя хойка. Вот, видите, бутончики. Цветоносик маленький, но очень приятно. Продолжает свое цветение, наращивает бутончики и продолжает цвести. Вот такая моя максиллярия вариабилис. Первое домашнее цветение. Такое нежное и симпатичное. Одну секунду, что у меня с камерой. Вот такое нежное и симпатичное, милое чудо. Фаленопсис Lewis Cute Angel. Вот такой Cute Angel. Слегка вывернутые небольшие цветочки. Приятный контраст между лепестками и такой яркой губой. Миниатюрное растение. Очень симпатичное первое цветение в моей домашней коллекции. Продолжает свое цветение мой замечательный Fly Eagle. Тяжело снять его цветки, немного опущены вниз. Здесь формируется бутончик на втором цветоносе. Вот такой красавчик. 4 цветка. Очень красивый. Первое домашнее цветение вот этой бабочки. Тоже миниатюра, купленная в прошлом году
Первое домашнее цветение, полноценный цветоносик. Вот, распустил первые три цветка. Очень симпатичный, очень нежный. Здесь деленка моей лакуносы с вот таким красивым цветоносиком. Так замечательно продолжают цвести мои фаленопсисы. Цветут, формируют свои бутоны. Очередной цветок распустился на моем психопсисе. Вот так продолжается цветение. Продолжается цветение. И первое домашнее цветение совершенно неожиданное, но очень приятное, моего подкидыша новогоднего. Вот такая красота. Три цветочка всего, но очень приятно. Очень нежные маленькие цветочки. На этом замечательном красавчике я закончу свой майский обзор. В этом месяце в основном от цветашки, конечно, но есть вот и первые домашние цветения, которые будут радовать еще меня месяц, а может быть и больше. Нежные, красивые, симпатичные орхидейки. Замечательное наше хобби, которое всем нам приносит радость и отдушину в жизни. Хочу пожелать вам всем хорошего настроения, несмотря ни на что. А тем, кто находится в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, силы духа. Кто верит в Бога, молитесь. Кто не верит, обретайте веру в себя. Хотя бы так. Всем силы духа, всем мирного неба над головой. Всем пока-пока. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки.